Тун-тун-тун, деревня Ой, гуд. как все сложно, блядь. Да, Вася. А прикинь, кто-то по два раза приходил, чтобы понять, что будет. А то ты и по три, по четыре. Поэтому вообще там блядь, землю на не помазал. Рот переебал. Не, было время, я так делал. Не, я так прихожу сейчас этот. Ну, сейчас не прихожу уже. Ведьмака, ну там и реально интересно, там они хоть пиздят-то. Читать им надо. Очень нравится, на самом деле. Нравится, да? Марат, И нравится. там некоторые квесты, реально, там по 6 раз надо приходить. Прикинь. Я Ну, не то, лучше что именно по почитал 6. часик, выбрал ну, который нравится в конце. Не, ну это понятно, но все равно хочется посмотреть, там, что будет, если так, а если вот так вот. А Если если вот так вот наперекосяк. Я помню, за каким-то этим самым бежал чуваком. красавица чудащая. Мы встретили Фумбула, одинокого тролля. Он ищет спутницу. А чем мы не прошли его, что ли? Какой-то тролль ищет спутницу. Да, еще какому-то троллю искать спутницу. Да пошел он нахуй, убить его хуя. Самого нету, скажу еще. Тролль, который смог, да? Надо ему найти, короче, Лолю, короче. Лоли. Так, сохранится, наверное, да. Бежали полдня. Давай косу, короче. Ну, коса у тебя. Ну, у тебя же этот самый. Так я отдал уже он раз. А, ты Турлану отдал. Или кому-то отдал? Мне отдал или Турлану? Турлану, наверное. Чемодан. Чуть не вижу чемодан. Нет, Турлан. Теперь спросить полегче, чувак. Вес сортировать по весу. Давайте так. Синебрий. Слушай, я не вижу. Ёпта. Я точно могу. Именно чемодан ты отдал, да? А, нет, подожди. Я ж тому хуесос, по-моему, отдавал, да? Кого? Бля, пиздец. Да, получается, ты чемодан отдал. С оружием сразу. Да. Я не знаю, что к чему делать. Ну, загружаться тогда. Загружаться. Да. С работы так вообще проблем нету. Да. Не нравится, взял, ушел, нашел другую. По своей же специальности. И жилики там все сидят, все трясутся. Я и трясусь. Ну да, где-то похуй. Ну а те, кто работает, тебя охуевает. Как так, блядь, потерять работу? Как так сказать начальнику, плати мне больше? Это ж пиздец. Правильно, подходим, он говорит, да пошел ты нахуй, блядь! Он же меня уволит тогда за это, за то, что я попрошайничаю у него слышим прям глаза, блядь. Зарплату. На тебе, блядь, начальник, там наебало тебе, нахуй, спустил, блядь. Так, ну чё? Начальник, Заходим. Кончай, сохранись. Я захожу один. А ты следишь, как я, и даешь мне советы, блядь, нет. Так, а где я тебя следить-то? Я тебя не вижу. Ну, ты тут через горочку чуть-чуть. А. Так, ебать там этих собак, нахуй. Че-то я тебя сел не вижу. Через Нажми на меня два раза. А, ну, точно. А, ты это в кусте! А где еще потом должен быть? Ебать, реально собак. Если бы я мог вынести этих собак, я был бы такой счастливый. Да, только не хаура, а отношения, блядь. Слушай, долго не сдержится. Почему надо ударить ее? А, вот по этому кровавому камню. Давай, блядь, усы! На нахуй. Давай! Вы его звалить надо еще, прикинь. Я прям как этот нахуй какой-нибудь из эпичного, такой типа, знаешь, бью молотом. Да-да-да. Но ломай, блядь, ломай. Только тенебри там, может. Надо скриншот сделать. Как ты ломаешь камень этот. Сколько геморроя из-за этого камня. Все, хана. Че, один камень надо просто сломать?
Ну ты показал. Зиликсакс, ну ты показал этим демонам с их разломом пустоты. Прямо вовремя покрытое измерение спасено, друга. Единственное, кого стоит за это благодарить. Превосходная тренировка. Вот чувство отторжения ко всему из мира пустоты. Тебе не кажется? Да искать источник. Я чувствую себя довольно оптимистично. Прикольно. И что теперь? Так много душ было принесено в жертву для создания столь могущественного камня души, блядь. Так, надо подпылесосить. Еще не дали ничего за камень? Дали опыта. 7200. А эти сдохли, да? Собаки? Все, можно ходить. А, да, сдохли, слушай. Опа! Америка, Европа, блядь! Азия, Малайзия. Ух ты, блядь, тот на меня напал, нахуй. А, там мах, блядь. Ага. Мастер непорочный. Подходи, короче. Давай сейчас. Сейчас я вам втащу. Ломать нужно. А что у него есть? 953, огня не боится, воды немножко так, земли и воздуха. В общем, он огонь на него не поканает. Яд, по-моему. О, яд по нему побанет. Друга вызовет. Друга. А что, телку не будешь подводить? Да она уже. А. Вижу. Не заметил. Так, а мы сейчас ему покажем Кузькину мать. Ой, я тут твою не задену? Задел. Черт. Миллиметра не хватило. Ну зато он тебя под кайфом и уже улетело чуть не половину хп. И все. Так, о, а Турлан может вот так вот сделать. О, вообще похуй. Блять, это мне. Да положи ты. Так, просто так. На нахуй тебе дубинкой. А, вопрос, да? Все. Что есть? Быстрый разряд. Это магия, типа. Да, обычные молнии сейчас. Вертушечка. Удар вертушки со зворотом. А, нагер со зворотом Чак Норрис. Норрис! Чак Норрис! Чак, зайди просто Чак. Норрис или не Норрис, вот в чем. Я башь чем-нибудь, похуй чем. Все, он сейчас сдохнет. Косой ему, поеблище. Ебать, ты влетел. Все, хорош. Турлан, огненный Турлан. Ебать, мне колбасит электричество. Ну да. О, с него бабло выпало. Там сундук, кстати, до 20-го. Он пробудет. Сейчас сохранимся. Хорошая роба выпала. А здесь каменные черепа валяются. Блять, да ты заебал, Вася. Я в кучу костей не могу достать, ты там стоишь. Я не могу с места вообще сойти. Тебя бомбит. А, нет, все, куча костей чекнул. Одну. Вторую. Нифига. Ебать, он раком лег. Цени. Постой, короче. Давай я тебе покажу, готовься. Давай, я сохранюсь. Да. Готов? Да. Нажимаю. Сохранился. Смотрим, что тут. Ножик белый. Вообще ни о чем. Что за... Неплохо так качается уровень. Заметь, уже немножко остается до 17-го. Да. Там 18-й, я книжку себе куплю. Так надо вот, будет пробузить. Ты видел, да? Да, я скриншот даже сделал. Ты никак далеко кастует у меня. Верч. Ебать. А че он так далеко кастует-то? Не знаю. Типа дорогу себе проделывать. А сюда мы не можем пойти? Что это такое вообще? Ну, можем, конечно. А, ну там... Смерч. Тут можно просто обойти. Да. А куда, подожди, не понимаете? Нет, мы будем кастовать.
Потому что я могу. И что ты... А где твоя баба, я не понимаю, а че она отстает-то? Там стоит. И че? И зачем нам сюда вообще по кругу бежали и все? Все что ли? Не знаю, зачем они это место сделали. Ради сач. Так, где ты, что ты говоришь? О, смотри, ультхард улькар. Ебать. Прикинь бы, стреляли. Да. Ну я бы с ним попиздился, если честно. Я бы тоже. Но он был неуязвимый. Да, я даже не хп, ничего-то. Их тут, блядь, сколько? 3 штуки валяется. А чё ж за портал? В него войти можно? Нет. Оттуда припёрлись, похуй. Я хочу в портал зайти. Все хотят, Шурик, я уже хочу. Но нельзя. Нельзя, там... это не для нас. Запрещают, суки. Ну, короче, демоны теперь везде дохуя валяют. Похуй. Поплохело немного. Ты понимаешь, что ты нас тут хотели чмырить. Это мы неуязвимы и вся хуйня. Да. Теперь нам одно место на самом деле идти тут. Ебаную пещеру. Давай портаемся. Давай вместе. Так, давай. Сейчас пойдем. Сюда. Шахты Лукула. Лукула. Длинный фитиль. И все повелители ужаса. Квест. Далеко от входа в шахту Лукула встречаем Микса, который спрятал за ним из ящика. Он сказал, что недавно. Хозяин, бесившийся повелитель ужаса, рыцарь смерти. Некоторые черемисты заперлись в комнаты, чтобы бороться с рыцарем смерти. Во время разрушения храма мы нашли... Во время разрушения храма мы нашли рабочий кабинет Леандры и ее запись. Теперь можно соединять. Теперь можно соединить кровь и заклинания, чтобы навсегда покончить с армией недолгий. Ну что ж, надо искать кровь и заклинания, блядь. Которые надо соединить. Ты всекаешь? Полетели. Да-да-да. А какое кровь и заклинания? Куда? Написано, надо соединить кровь и заклинания, чтобы избавиться. Я друг на другом уже сайт читаю. А. Вот на тебе, мамки. Что это значит? О, слушай, тут что-то это. Ах, дорогие, дорогие командующие Звездного Камня, я действительно приношу извинения за состояние, в котором усадьба находилась в настоящий момент. Это больше походит на зоопарк или хуже импари. Бля, типа они теперь на нас работают, как крестьяне, короче. Верно, это маленькие красные гады появились не из ниоткуда, когда один из порталов стал активен. О боги, его лишь одна... вещь, которую я теперь не могу, это бесы. И неважно, 7 их или 700. Сам бес, по-моему, не? Кто это? Где мы? Ты моя мамочка? Так, смотри, тут можно выбрать. Тут не соответствует. Нашел что-то интересное, искатель Эстеджи. Что хотел поделиться? Так, почему хуйня? Шайка. Читай что. Все фигня. Пойдем, ааа, бежим. Чего хотите? Не нужно толкаться, им погода на всех хватит. Оскар великолепный. Это ты им года? Каждый год, дорогая. Они, зная, не называют меня величественным, где я оставил бутылку. Шокусь. Тиума Менте, это вы? Такие восхитительные предметы коллекционирования вы нашли. Я видел самый прекрасный соль, искатель источника. Огромная рука сошла с небес, раскрыла передо мной. В ее ладони лежал красивый золотой ящик. Я осторожно поднял крышку, а внутри были сокровища любой формы и разновидности. Карты, долги, картины. Я очаровательно нервно обнял каждую сокровище. А, вот он есть, флакон крови Леандры. Как же я рыдал, когда проснулся. Да, я его положу в сумку. Они охуительные истории рассказывают. Нужно еще свиток, чувак. А как свиток называется будет? У шахтера. А это что написано? Так, он сказал, что здесь два хозяина.
даже денежки. Как я могу вам помочь? Сначала мне довольно интересно, что это за место? Скрытое измерение на краю времен? Невероятно. Далее, мне любопытно, неужели вы сказать мне точный вес своего партнера? Я предлагаю где-нибудь в области 24 670 оракулов. Но я не могу быть полностью уверен. Если у вас есть было время, но я также хотел спросить вашей дорогой матушке, как и здоровье в эти дни. И эта сыпь на ее правой щеке прошла, я полагаю. И, наконец, компасы. Как именно семи богов они работают? Я очень сожалею, сэр, но мне это нужно откланяться. И так тайна останется тайной. О, ах, о, это вы, да, привет, искать источники, приятно с вами познакомиться. Что ты можешь сказать о недавних событиях? Новое электро что? События, мой дорогой имп, что вы можете рассказать мне о последних событиях? О, события, хорошо. Мы, импы, на самом деле счастливы здесь. Нас преследовали по всему Ривеллону. Но я думаю, позор нас здесь не найдет. Короче, у нас теперь большая семья есть. Мое обещание, мое небо, искатель источника, осторожно. Я едва дышу так много воздуха. Легко, сэр имп. Так много воздуха. Вы бы так не смогали. Уф, вы, конечно, правы, искатель источника, но у меня есть склонность к гипервентиляции, когда я встречаюсь с моими невероятными героями. Слыхал, что без вас в Вилоне все бы летело бы в тартарары. И снова здравствуйте, если получить ваш портрет, нарисованный имп года. Так, это я уже читал. Да, чужак, я испепелю тебя настолько жестоко, насколько позволит настройка моей умственной силы. И все же, кажется, я не могу опалить ни единого волоска на твоей голове. На вашем месте я бы не переминул расправиться с искателем источника. Нет, не насилие, уничтожение, взрывы. Кровавый туман и другие различные вещи, взлетающие в небо. Ах, блаженство. Ну, в общем, короче, какие-то хуисосы набежали, блядь. Ну что, нашел? Не, я даже не знаю, я не знаю, как этот пергамент называется. Ищу. А где ты ищешь? В этом, в сундуке. Точнее, в книжном шкафу. Кровь нашел, самое главное. Ну, если бы ты был пергаментом, как бы ты назывался? Лист бумаги. Записка Лойка. Что записка Лойка? Ну, ты почитай, что пишут. Ты же можешь почитать, что пишут? Где что пишут, не понял. В записках, блядь. Да. Почитай. Божественная пифия. Так, это что, пифия? Где там у нас еще встреча? Вонючие ботинки, блядь. Тут что, записка исполнена дотошным? Ты в этом поищи, там, где наемников нанимать, там, дохуя макулатура. Ну вот, я-то там и смотрю. Я пока записки только смотрю. Книжки не смотрю. А использовать кровь можно, нет? Ну-ка, сейчас попробую, кстати, да. Сохранись. Всякий пожарный. Чего-то только нет. Заклинание оккультиста есть. Берем. Читаем. Что-то заклинание оккультиста. Читать. Трещины вселенных. Пойте мне. Ваши голоса я проведу в неслыханной мелодии. Не, нельзя ничего сделать с ней. Новые пути меж мирами. Это заколдовано пергамента. Я вызываю тебя. Нашел я какой-то пергамент. Заклинание. Ну, кики мне. Давай сейчас попробуем. Я не уверен, что... Да, сяну кидай, один хуй. Кил. Ух ты. Так и как? Нифига. Просто лист бумаги. Та-та-та-та-та-та. А это что такое? Последние слова Медиуса. Глаз Гаркуды. Пыльный пергамент. Давай все прочитаем. Еще есть удаление барьера.
Ну, удаление барьер это в начале там было, по-моему. Пыльный пергамент читать. Я не понимаю, блядь, как они это видят. Ящики заебись. Так, он где-то тут ходит, да? Вон. Ну я посмотрю. Вас заметили. Блядь, не успею сейчас пиздец вообще. Так. Бля, ебать, хуесос тут. Бля, не иди сюда, ёпта, не иди сюда, блядь! Он сюда идет, Шурик! Я вижу. Сука, нет! Давай, да! Вниз, тут там еще он один. Ты пизда. А ты можешь его тащить? Не, неуязвимо. Ай, блядь, петух! Петух, не... оставь мне покой, петух! Надо было загрузить, сохраниться там, наверное. Бля, ты хуйня, пиздец, миссия, блядь. Сгружайся, а что ты? Пиздец. Блять, сейчас. Да. Дальше он спалит, он там ходит. Точно. Точно, а зуб даю, жопу ставлю этой Леандре. Жопу Леандре ставлю. Че тут хочешь? Вера. Поднимает персонажа для того, чтобы спуститься на землю. Может, блин, кнуться, короче. Какой-то закуток, блядь, я хотел туда протонуть. Да, я вижу. Там мужик стоит, слушай. Металлург непорочных. Ёбаный металлург, блядь. Потом. А куда он вообще попасть? Вот наверх куда-то. Сейчас он обратно пойдет, короче. Куда идешь, сука? Сука, нах. Да, беги! Беги, Форест, беги! У нас мало времени. Так, он сейчас посвернет налево, наверное. Или направо. Я хоть поищу. Не, направо, давай. О, пошел. А, вон портал, вон портал. А, тебе так и надо, кстати. А там что-то писали по амину, кстати. Так, сейчас почти на своих. Я неуловимый воин. Трупаки, А, сука, кто это? Блять, откуда ты, сука, вышел? Откуда ты, я должен... Так, ну тебе ты знаешь, где мины. А, он идет, сука. И нахуй. Какао, блять. Так быстро перебирает ногами. Так. Мыша. А, ты не можешь говорить, да? Ну вот портал. Да, портал открыть. Важно. Чё за порталка называется? Чувая точка, нахуй. Портал. Как называется-то? Не знаю. Нажму. Ну, открой и посмотри. Куда портаться-то будем? Рудники, лукулы, пропасть. Ага, так, теперь тебе нужно вернуться назад. Я не смогу портануться. Не, по-моему, можно. Да? Ну давай. Лежь. Сейчас посмотрим. Можно? Я не вижу. Нет, уже. А, уже используется. Подожди, я ищу, где это? Редактир лукулы пропасть, да? Да я сохранюсь, подожди. Я портанул. Да. Окей. А вы здесь, в ход шахты. Чипирох. Он где, внизу, что ли, где-то? Сейчас избавиться. А, он нашел. Тан-тан-тан. Свет нам не нужен. Хочу. Так, что дальше, чисто там? Да, разведку провожу. Чистота, это. Да.
а тут тупик. Можно этого накопать, кстати, теперь. Да нахуй нужно? Ты не ври. Там мыша была. Что дальше, блядь? Тупик, что ли, блядь? Не знаю. Пустой. Да, дальше. Может, чего взорвать-то надо? Так, взорву. Так, у меня была эта взрывчатка, короче. Да, тут какой-то вход, слушай. Там-там. Нет. 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 Что? Ну тогда... И север-то, блядь. Вот сюда, по-любому. Тут больше, по-моему, ничего вообще нету. Надо увидеть что-то. Обыщи пока сундуки, что ли. Ну вот, с крысой поговорим. Да, он копать начал меня. Тенебрий. Чё крыса скажешь, давай, потому что она наведёт нас на цель. Пи-пи-пи, ты ведь не боишься рыцаря и смерти, не так ли? Тогда всё, что тебе нужно, это немного особой крови. И тот занятный кусочек бумаги, так их и будет гораздо легче. Я не то что боюсь, я просто сусь, блядь, штаны на. Да, блядь, они бессмертные. О, какую-то книжку с рецептом взял, ну-ка. На кузнеца. Читать. Кузнец своего счастья. Своей добычной железа, руда, нажимай, водная. Что-нибудь прочное. Можно только из слитков. Впрочем, ничего не мешает вам сделать их самостоятельно. А, ну, типа слитки крафтить. Сохранись, я пойду сейчас. Так, да, только туда. Блядские крысы. За место, это не шахта, а древнее сооружение. Бля, я рад нахуй. Древнее сооружение. Бля, тут что-то какая-то хуйня происходит. Ворота, не эти ворота. Прячемся, блядь. Чистокол. Сука, ебать тут нахуй. Лабиринт, блядь. Тебе дальше надо, туда выше, да. Сохрани, что ли. О! Журнал обновлен. Во-во-во, вот она. Это что такое, блядь? Так, взрывчатка. Ну пока взрывчатка, не... короче. Смотри, взрывчатки и детонаторы забежат. Угу. Так. Вижу. Так, блядь. А как нам сюда попасть? Ну-ка. Руны. На звук голоса. Реагирует на звук вашего голоса, руна становится теплее. Сказать дверь откройся, скажи сезам откройся. Сказать мелон. Сказать садакандрас. Я думаю, садакандрас, да? Да. Вы произносите слово сакарана, начинает ярко синеть. А ты не знает визг тысячи гоблинов теперь дверь. Мы чё? Открыли. Сим-сима, откройся! Сим-сима, отдайся! Хранись. Да, две очка открыли, сохраняемся. Так, теперь что там нужно? Там что-то... Я продвижу разведочку сейчас. Ну давай, аккуратненько. Понижить, короче, рыцарь смерти лежат. О, там что-то лежит. Слиток тени угрюма, цени. Слиток тени, да. О, он, кстати, их можно спиздить. Бери слитки. Делать нехуй, всегда успею взять. Ой-ой, зря я нажал. Сейчас мой прибежит. Бля, стой! Я на рыцаря нажал, хотел получить. Они тут собирают, это цени, блядь. Короче, сейчас деактивированный рыцарь смерти. А, слушай. Завод рыцаря смерти. Мне надо найти, блядь. Короче, свиток. Нет, свиток, там какая-то комната была нарисована, светящаяся, там какой-то вообще пиздец. Активированный свиток, да я посмотрю, что в нем лежит-то. В нем тенебрий лежит, короче. Руда просто. Свиток металлолом, свиток металлолом. Короче, не с тенебрием мы сделаем. Подойди вон туда, к этим. Да, вот сюда. Это не вообще пиздец. Это
сидит демоны, что ли? Типа их там выращивали, это клонируют их. Да, это, короче, зловещий этот. А чё тут, на... ничего больше нету? Мне сдается, надо всей командой уже идти, короче. Ну, чуть выше посмотрим, может там они сейчас сидят. Да, я к встрече кого. Тут надо все собрать, это. А потом надо будет этот ивент выполнить, пробегать. Вау! Чё произошло? Леандра появилась. Кажется, эти маленькие встречи стали чем-то божьей привычки. Искатель источника. Похоже, моя теория все же не пустышка. Ох, сосочка. Вы чувствуете это связи между нами все сильнее. Это как будто мы стоим в противоположных концах истории. Расстояние между нами стремительно исчезает. Бля, тебя портануло ко мне, что ли? Да, слушай. А, ну ведь вы не одни, так ли? Нет, у нас еще разнюхивает об этом... Ведь не одни, не так ли? Нет. Кто у нас еще разнюхивает об этом месте? Мне хотелось бы поговорить со всеми с вами сразу. Как смеешь ты сравнивать нас после тех непростительных деяний, что ты совершил? Вы изготовили цель смерти? Почему? Я не буду просто стоять, пока вы терроризируете невиной. Смотрите. Смотрите на меня! Свои плоды. Уже совсем скоро будет нанесен первый удар. Но тебе не стоит беспокоиться по этому поводу. Конец наступит быстро и безболезненно. Так лезвием палача по шее. Только те, кто будут дергаться, почувствуют его. Ты говоришь, что твои рыцари смерти непобедимы? Но ведь первые рыцари смерти были побеждены вместе с королем источником Браком. Потому что он был Браком. И первые рыцари были всего лишь образцами, сильными, да, но недоделанные и половины той силы, которой я был рожден. Они были отлиты в столь ужасных условиях. Рыцарь смерти, повелитель ужаса, кровавый дьявол. В итоге, когда я оживил их, я увидел лишь ангелов милосердия. Мои рыцари набирают число и силу, завоеванные в тенебре, рожденные кровавым камнем, они будут вершить судьбу Ревеллона. Таким образом, эти создания, которые вы описали, вы используете кровавый камень, чтобы создать армию рыцарей. Я не буду, очень хорошо сказать, что пока вы использовали звездные камни для прыжков через портал в свое скрытое измерение, я использовал кровавый камень для создания моего собственного измерения здесь, в Ревеллоне. Вы видите, это мои дети, у них течет моя кровь. Но не только кровь, жертвоприношение, таким образом я отбиваю имя, они идут за мной. Тут случайно недалеко от этого сокрытого измерения, не дальше, чем треск особого камня, который ты слышал. Я не буду просто стоять, пока вы терроризируете невиновных! Смотрите на меня! Эскадистрич, ты ничего не понял, я жажду слез ужаса, я хочу только тишины. Моя армия почти готова. Мы зашли на так далеко, может быть, вы хотели, чтобы видеть финальную версию этих порочных. Они тоже хотели видеть вас. Так, вот они портанулись. Пусть этот храм стоит твоей могиле. Оля, пусть нахуй тебе, я тебе не могу. Я б тебе ёбну. Так, чё? Так, блять, надо уёбывать. Да, надо ливать. Так, а чё у нас есть? Чё у нас есть? Чё у нас нет? Здесь. Значит, уёбываем. Может, давай. Можно попробовать, но я не думаю, что он зачарует. Да не, вряд ли. Сейчас, подожди, посмотрю. Так, воздух 150, тенебри 20, паникающие 25, я 25, вода 150. Давай, сохранюсь, подожди. Я могу попытаться. Не, подожди, я сохранюсь сначала. Ну, попробуй. Да, ах, неуязвимость. Уёбываем, блядь! Ебать, она бегает за километраж. Ой, а я так же. Я уёбываю тоже. Ну, блять, ты куда? Вызови голема. Поздняк метаться. Они все не дают, по-моему. Какой не шаров-то? Бегай. Ай, пацаны. Не бей, пацаны. Только не по печени, пацаны. Блять, а хули я не походил? Ты чё, тут что ли, блять? Ай, потихоньку. Лук наебаный. А, они вообще копейки бегают, цени. Так что мы можем вальнуть от них.
Съебались от них. Там еще нужно будет разобрать, кстати, это. Блять, петух, ты че творишь? Он тебя цепанул. Сука, блять, вафля ебаная. Да давай, сейчас я как раз голема вызову. Прикрою их там. Прикольно. А там голем можно было поставить, кстати, да. Сбоку. И, блядь, пиздёй завал, короче. Бля, а чё? Баба ходит твоя. Я понял. Бежала? Она так. Слабая, блядь. Мысль голем. Да-да-да, сейчас я каменного. О, тут вот как раз. Опа! А тема. Ты жертвует собой ради меня. Так, ну ты, по-моему, никого не вызываешь, да? Нет такой возможности вообще. В принципе, ну ладно. Идем сюда. Ой, не то. А как? Не понял. Как ящик пит? А, у. Всё. Там три хода. Тебе надо вот этот центральный, чувак, дверь открыть, видишь? Или какую, я не понял. Не, крайнюю, по-моему, не? Крайнюю? А там можно пройти вообще? Да, ты там, и там ящик, прям крайняя дверь стоит, я вижу отсюда. Ну тебе надо тогда все это убрать. Да, я понял. Так, ты это, своего голема призывай. Крой ему дырки все, пускай они обходят. Если дырки? Он вон ту дырку прикрою своим големом, а ты своим... Ну или ты своим. Крой ему дырки, блять! Чтобы они с ними разбирались. Интересно, их можешь заморозить, не? Да, вряд ли, скорее всего, не подействует. У них неуязвимость. Всему, наверное. Так что не мучайся, лучше голема давай. Пускай они их пиздят. Они мог подскользнуться, интересно. О! Закалаживай дырки по краям стены. Бля, я не могу туда подойти, покинь, твой голем не дает. Ну ладно. Если я не могу, значит они не подойдут. Дай попробую. А, не получится. Сейчас я всех положу тогда. Ну ладно, стой. Защита. Так. Кто ходит сейчас? Я хожу. Твоя баба. Сможешь на ящик перейдуть? А стол невозможно убрать, да? Сейчас. Да. Вот эти вот надо все бочки, ящики передвинуть. Она, блядь, немощная. Да, похуй, хотя бы пару ящичков, чтобы это самый. Да она даже, блядь, до 2 метра не может. Ну и хуй с него, отодвинул и все, заебись. А второй ящик можешь? Можешь, конечно, можно взорвать их, конечно. Да не, блядь. Можно и так, да. Буду я еще. Встань еще, блядь, это, короче, кастуй это свое говно, у тебя же там была это, смазка, короче. Кастуй, пойди. Сейчас попробую. Грязь, короче, всякую, звони. А если вот так вот сейчас. Блять, зачем ты сломал? Чем мы баррикадировать будем? Да похуй, а мы сейчас зайдем в этот в телепорт, да и все. И они нас хуй поймают. Да. Все, мы побежали. Только тебе нужно будет потушить. Да ты заебал. Опа, я около вас. А чё тут? И быть сейчас такой типа грязное все стало. Моя хата с краю, я нихуя не знаю. А да. Пацаны. Че вы сделаете против моих прислужников, гоблинов всяких? Ваш ход. О, я вам покажу кузькину мать. Бля, ебать, стена взорвалась, все угольки. Ты снимал? Да, вот интересно тоже. Кстати, слизь будет, смотри сейчас. Объединиться, короче. Яд. Ты ж ёбнуть? Да. Неизвим. Ёбнул так.
Так, она этого бить не будет даже. Смысла нету. Она со ответки ебанет. То пускай лучше стоит, уже держит. А хуй там, я же говорю. Тикай в портал. Ты что, вместе два... Зеркало Астарты. Ты что, вместо Творецкого, конфеты всем рассмотришь и вообще... Че, ей не дают? Да, ну короче, ему говорит, ты что, вместо Творецкого? Блять, значит, он с своими подходить. Так, шавка ебаная, блядь. Давай, просто ходи. Ебать, на раз вынесу. Давай, подходи. Ты можешь зайти? Не хватило. Резво ты побежишь и быстро ты полетишь, когда зеркальное крыло настигнет тебя. Тогда следующая комната сохранит тебя. Резво ты побежишь и быстро ты полетишь. В какой земле ты будешь себе... А в какой земле ты будешь тебе выбирать, могилы или книги, будет выбор твой. Духи, бумаги, все для тебя. В какой земле ты будешь тебе выбирать? В каком земле будешь? Ну там говорилось, что без разницы, куда выберешь, потом можно будет туда вернуться. Но давай это в книге, библиотеку, нам этот свиток нужен. А потом будем могилы копать. А он в этом, в библиотеке сидит, да? Ну, наверное, я так думаю. Давай почитаем. Поспешный выбор никогда не бывает одновременно мудрейшим. Сосредоточенные размышления направят тебя, и крипта, и библиотека могут продвинуть тебя. Поспешишь, людей спешишь. Возьми меня в библиотеку. Ты сказал библиотека? Ура! Бесчисленное количество книг в твоем распоряжении. Что ты хочешь узнать? Что ты хочешь изучить? Ты сказал библиотека? Ура! Ринч. Я со своим големом даже покинь. Я тут тоже покуцаю. Сейчас я лично. Хуя там под нами цени, чувак. Видал? Где? Ебать. Это прямиком в ад нахуй. Пиздец. Ты, по-моему, ты до ада не долетишь. Сгоришь, тупо. Погнали. Типа баба, короче, с крыльями. Сам проект. Где баба с крыльями? Выше. Смотри. Огромная статуя женщины. А-а-а. Ебать. Спасибо. Замутили. Ой, бомбит кто-то. Волки бомбят. Паны бомбят. Давай своим торнадо. Обойдет. Обойдет. Кастовать еще будем. Ах ты петух. Ах ты петух. Что творишь? Че творишь, блядина? Ооо, пиздим. Опа, 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 опа. Почему золотые боги... тарелочки. Почему боги оставили Ривелон? Мишка. И золотой кубок. Сундук пятого левела, кстати. Пятого, это хуйня. Может, хороший. Надо вот так делать. Садись. Разбирайся. Вот. Сундучок, ты сохранись, бабусь. Да, вряд ли будет. Ладно, давайте. Синькие шмоточки. Как у Алла? Сейчас посмотрим. Написано, надо идентифицировать. Читаю. Почему боги оставили Ривел? Существовали ли боги на самом деле? Или это лишь пугало, выдуманные фанатиками и жрецами? Многие ищут ответ на этот вопрос. Но я сомневаюсь, что именно что это имеет какой-то смысл. По современной жизни боги нам не нужны. Дебил, короче. А если эти сверхъестественные сущности реальны, то кто помешает вернуться и снова поработать? 15 уровня предметы. Приоделись. Чё, а тут чё такое? Куда? А, библиотека. Ну это чё ты такой? А ты такой? Сейчас мы лутанём. Ничего. Пустой шкаф. Короче, храм Астарте. Храм Астарте 2. Кинь мне этот храм Астарте.
Ты не будешь считать? Где какой? Я вообще ничего не это самое. Что-то подобрал. Так, путешественник, мое сердце рвется из груди. Я рад предоставить вас к склепу или к офису Верховного Жреца, если это порадует вас. Путешественник, мое сердце рвется в склеп. Можно в склеп? А там написано было, что можно в склеп. Подожди. Давай, да, обыщем, тут надо. Закончи общение, ну давай. А тут больше ничего. Тупик, что ли? Да. Так, возьмись в библиотеку, перенесем все в резиденцию Верховного Жреца, а проходим через синий купол. Так. Если хорошо здесь успеть, могут нажиться. А что, это была бы это и была, короче, это... Библиотека, что ли? Ну, то, тут из нее, получается, в склеп Верховного Жреца нужно. Да? Через синий купол. И обнаружим заклинание Ранда при помощи клавиатуры. Ну, пошли, да. В склеп, пожалуйста. Ой, в какой склеп? Я улетел. В библиотеку. А, да, в склеп. Иди в склеп. Тут поможем в библиотеку, а потом в хэм опять вернемся. Ебать, тут шумит все. Так, тут какие-то могилы нужно скопать. О, смотри, я нашел еще. Давай, я копаю, у меня щиточек. Копай. Пойди же накопай. Что ты выкопал? Волшебная отмычка. Ебать, он шумит. Это будет похуй, нет. Там что-то отмычка надо что-то сделать, там если ты покасаешься, ты не умираешь, короче, читал. Вот чума, короче, ты чумы докасываешься, так, короче. О, ля-ля-ля, могила. Сохранись, чувак, и достаточно, короче. Блять, да ты заебал, говорю, сохранись, блять. Да я уже нажал. Заебал ты, блять, пиздец. Загружайся. Так, давай пойдем. Это где мы-то тут? Сундук утонули. Да, тут можно сейчас склеп, а потом оттуда опять в библиотеку и в храм жреца, да и все. Там полутано. Можно еще разочек. Прикольно, сейчас что-нибудь появится. Нифига. Погнали в склеп. Все поразъебано. Зачем склеп? Не, ну нормально. Оттуда мы в библиотеку и в храм жреца. Я уже поверил. Так, спиняйся. Копаю. О! Сохранись. Да. Пошли. Так, ну значит вон ту не открывать, я уже понял. Так никакую не открывать. А ты уверен? Сейчас надо почитать. Что делать? Везде чума написано. Альт нажми. И чё? Чума это чума? Смерть, блядь. А вы вызвал кого-то, слушай. Прекрати размахивать тут оружием, или я подам официальную жалобу в совет семьи. У него даже можно обворовать, слушай, у него даже что-то есть у духа. И мыслях не было, беспокойте вас, я спрячу свое оружие. Тут такое, что-то отдавать приказы. А, нет, давай. Оп. Не понимая на свой счет, я просто предпочитаю говорить с человеком, и не искуя при этом лишиться головы. Богиня приветствует тебя, странник. Что привело тебя к сей обители богини в эти сложные времена? Итак, ты тоже непорочный? Что? Нет. Конечно же, я служу Астарте, великая наша богиня. Я епископ источника в жизни и в смерти. Вы говорите, что служите источнику, искатель источника, поклявшийся искоренить эту нездоровую энергию.
Мне следовало бы лишить тебя ушей и грязного языка, искатель источника, говоришь. И в чем же твоя миссия? Высиживать больных и раненых, подлеченных источником, и добивать их? Источник заряжен, это сила хаоса и тьмы. Это невозможно, абсурд. Астарта великая носительница света, порядка и исцеления. Нет, я не знаю, из каких чудных краев вы, странник, зачем пришли. В ее храм сеете ложь и сплетни, но я думаю, что лучше вам убраться со своим богохульством куда-нибудь подальше отсюда. Что это за храм? Дом богини, конечно же. Это все место поклонения. Сюда она вернется, когда закончит свой великий труд. Да, когда она вернется, она воссоединится с любимыми и любящими прихожанинами в этой самом храме. Все. Ну и все, тут это все, я так понимаю. Да, и сохраню все-таки капну могилы. Нельзя, там написано, это смерть. И не написано, как. Походу, они просто, типа, чтобы... Типа, они... Нет, не откапывают. Ладно. Убедил. Пойдем в библиотеку. Прихожую. Библиотеку, да? А что за прихожая? Давай библиотеку еще. Надо ржать еще, заверять цифру. А ты в прихожую телепахнулся? В библиотеку. А что за прихожая, интересно? Пойдем, может? Бля, давай свиток сначала берем. Да. Ну давай, ладно. Та-да-дан. Офис. Офис. Прочь. Офис. Мы летим прочь. Офис Верховного Жреца. О, я содрогаюсь. Я надеюсь, что вы уже сказали до свидания своей матери. Прочь, прочь, мы летим прочь. Офис. Офис Жреца, пожалуйста. Обыскивай машину. Там-там. Оп, ничего. О, ебать, первый раз. Замедляющий наконечник стрелы. Прикольно. А, это все, это Турлан. У нас крафтер. Шерсть. Еще. Вазы. Хуя тут, блядь. Силовой щит, блять, Star Trek. Поднимите силовые щиты. А, во, я же говорю, там на картинке была эта хуйня. Давай сюда, пожалуйста. Еще база. Я вас. Бомбирует. Это не она там бомбила наш этот самый конец времен. Это такой карательный батальон. Бомбят Донбасс. О, за золотой этот самый кубок. А он денег стоит. Да, блин, стоит. Золотые тарелки спиздил, кубки спиздил. Че ломает? Это же древний кувшин, он стоит миллионы сам по себе. Миллиарды. Миллиарды. Триллионы, блядь. Триллионы миллиардов. Сося поджог. Ладно. Тан-тан-тан, ну вроде все. Вот а, вот еще нужно. Да. Сейчас заметил. Ну-ка, что тут у нас интересного? Палка. Рычалка. Тут все пустые. Все? Лечить то что. Меня. Сохранить. Не, меня спасибо не надо. Я нежить. От этого мне поплохеет. Че, войти можно будет, нет? Да. Опа, я вошел. Бастион спокойствия, смотри, при такого хаоса. Обыскивай вас сразу. Так, сундук побузим. Пока не будем. Пойду пока по вазам. Ой, ебать, цени тут столик. Там изучал четырехногого и четырехногого человека. Старое письмо. Я беру старое письмо. Набери. Письмо! Читаем письмо. Сестра! Это продолжалось слишком долго, и странные слухи из горных земель гоблинов и восточных племен не предвещают ничего хорошего. Я умоляю тебя, пожалуйста, вернись домой. Жизнь совершенно потускнела в твое отсутствие.
Где же моя яркая, вспыльчивая и всегда энергичная сестра, уплетающая знания, словно весенняя гусеница перед своей метаморфозой? Я поступил неправильно с тобой. Я знаю, но для нас пришло время, чтобы оставить обиды прошлого позади. Прими мои извинения, дорогая Алеандра. Позволим вам двигаться вперед. Я слышал тревожные вещи в опасном культе. Позволяем какой-то психопаткой именуемой пищей. Психопаткой. Лесные создания нашептывают мрачные истории об источнике жертвоприношения возникли. Возвращайся домой, сестренка, если мы встретимся лицом к лицу с этой возможной угрозой, понравится друг другу. Не чувствую тебя рядом. Твоя душа как далека от меня. Я хочу все исправить с любовью и я. Я помойная свинья. Опять письма какие-то. Ой-ой. Еще письмо, тут череп. Там, там я заклинание на столе видел, Леандр, но я пока не стал брать. Подушки. Мне очень понравилось возиться с вашей ручной зверушкой. Да, Эвелин не достает проницательности, но это с лихой искупает ее пренебрежением к своему нынешнему положению. Должен сказать, вам удалось сделать ее счастливой. Впрочем, постоянное состояние над душой ничуть не ускоряет моих опытов из короля брака. Смею заверить, я стремлюсь найти короля источника даже больше, чем вы. В следующем письму я найду подпись доктор Телерон Хашнитор. Хашнитор. Хашклитор. Ваше святейшество, божественная пища, я всю свою жизнь я радостно шла туда, куда вы указывали, и была предана вам всей душой. Я отринула все удовольствия ради единого пути и считала великой честью быть вашей доверенной служительницей. Ваше святейшество, когда я узнала, что той ночью вы позвали в королевский краб не свою верную Эвелин, а какого-то спутника, я была потрясена до глубины души. Что я сделала не так? Чем я оправдала ваше доверие? В чем бы ни была моя ошибка, клянусь, я ее исправлю. Всегда верная вам Эвелин. Такие дела. Ревнует, короче. Все, пускай, да? Да, я все полутал, дай сохранюсь. В общем, есть два сундука. Есть два стула. На одном пике точен. Да? Сундук 5 уровня, оно тоже неплохой такой. И вон там какой-то изысканный сундук. 20 уровня. Еще одно старое письмо, уже 4. Эл! От тебя так давно не было вестей, но я предполагал худшее. Той ночью ты была в ярости. Мне показалось, огонь в твоих глазах испепелит меня. И да, пожалуй, я заслужил смерти в пламени твоего гнева. Более подходящей судьбы для моей трусливой душонки и придумать нельзя. Когда ты хлопнула дверью, все свечи в комнате защадили и погасли. А потом что-то умерло во мне. Икаре. Ты ушла... И мы гадали, когда ты вернешься, вернешься ли вообще. Я хочу, чтобы ты знала, как нам тебя не хватало. Как плакала моя душа, умоляя отправиться на твой поиск. Но я твердо стоял на своем и жил той жизнью, которую выбрал. Так прошло 2 года. Мои руки забыли твою талию. Мои пальцы больше не хотят взъерошить твою лохматую голову. Твою лохматку. Потом я получаю это письмо. Конечно, я встречусь с тобой в королевском корабле, разумеется. Вот так. А потом его сделали каким-то клоуном, ёба. Я вандал. Так, сундуки, говоришь, да? Сейчас, подожди, я еще не всего обутал. А у тебя, кстати, писем нет? Нет, ну я там какой-то подобрал, сейчас, подожди, я поломаю. Ты что, можешь мне покинуть? Да, давайте кино почитай, пока я занимаюсь хуйней. А что ты подбирал? Книжку какую-то. А, это рецепт. Еще книжку. Отсутствие семи богов. Отсутствие семи богов никто не может сказать, почему боги покинули Ривелон. Неизвестно. А, вот, даже точно сказание семи богов. Мы знаем лишь, что это случилось примерно 2000 лет назад. Над загадкой исхода богов ломают голову лучшие умы страны. Но если же ты утверждаешь, что сверхъестественные силы незримо присутствуют среди нас, это хуйня, короче. Интересно. Я там тебе скинул сказание семи богов, можешь почитать. Богов. Легенда семи богов, том 1.
В одни своей юности семь богов решили, что каждый из них будет вести сквозь вечный берег времени свою собственную расу. Вышло так, что Ралик, самый могущественный из них, стал покровителем людей. Ралик самый могущественный. Да, ее родная Дюна создала гномов по своему образу и подобию, будучи гномы есть. А затем поселилась вместе с ними в горных пещерах. Поэт Тир Синделей отправился в леса и сотворил эльф, делил их мудростью и долголетием. Богиня Рептилия Золстиса захотела командовать бесстрашными воителями и создала народ ящеров, яростных воинов в пустыне. Что-то вы вообще никого не встречали таких, по-моему, не? Да, во второй части, кстати, будут. А, вот, кстати, ящеры, да. Что я там видел? Жесткий и свирепый в горе сотворил орков и держал их в рабстве более 300 лет, пока не покинул Ксантерса, богиня веселья и смеха, пожелаю все умных и преданных, склонных к творчеству и магии. Ей были созданы импы, искусные механики и колдуны. Лишь одна армадия осталась в стороне и проплаща жизнь в полном одиночестве. На следующие века 6 раз постепенно заселяли континент. Однажды армадия влюбилась в волшебника и родила от него нескольких полубогов, наделив своего избранника бессмертием. Она стала покровительницей магов и чародеев. Хотя они и не считаются отдельной расой, у них все же есть своя собственная почитаемая богиня. Понятно. Так, сохраняемся. Давай, кидай мне на этот самый, пообузим, и потом берем уже письма и все остальное. Какой? Вот этот сначала? Ну давай. Лабораторный блокнот Леандра еще. А я смогу добежать до второго, интересно? Да, может, 2 раза кинуть. Давай. Присаживайся. Кидай. Сохраняемся. Тык. Ух ты, ебать, 5 шмоток, чувак. Зеленых когда. Блять, походу, бля, зеленый сундук. 2 шмотки, зеленая и синяя. Давай. Успел, кстати. Так, ну чё? Сейчас посмотрим, чё. Ебать, тут шмоток сразу. Амулет зеленый. Опознать. Сопротивление воде, воздуху 30. А ты сейчас пишешь, нет? Да. Познать. Ну, сейчас на паузу поставлю. Я могу лабораторный или это почитать. Ну, да ладно, сейчас потом. Все тут неизвестно, что тут. Шлем хуйня, щит хуйня. А ну, амулет хуйня, в принципе, ничего особенного. Бронь тоже вся фигня. Горение, темный боровидный топор. Интеллект. Аннигиляция. Интеллект. Топор это не мне, это... Все фигня. Я могу, это даже может не сохраняться. Загружаю. Да. Так, что, берем свиток? Да, я цепану. Опа. Читать. Соединение с кровью их матери. Это заклинание снимет царица и смерти заклятие невидимости. Но эти чары должны быть использованы только в случае, если рыцарь смерти будет угрожать главной цели непорочных, так это было говорено самой Пифией. И чё? Совмещаем? Давай сохранюсь. А чё? Сиськи мяч. Совмещай. Тан-тан-тан-тан. Где кровь была? Кружка! Из самой... Сами знаете откуда. Не буду уточнять. Опа! Книга навыка... Погибель рыцаря смерти. Тыщ. Готово. И чё это? Требует 4 очка действия. Дай сохранить. Это заклинание или что? Да-да. Прикинь. На какой школу? А я вот не знаю, какую-то школу непонятно. По-моему, это на Рогане. Позволяет переводить неуязвимость рыцаря смерти. На, я тебя кину, посмотри. Что-то какая-то непонятная. По-моему, это цвет этих самых. Ну, можно тёлка, она все равно ничего не делает. Тёлке скинуть ее. Пускай колдует. Да не, тёлка-то она временная. А главный герой сюда вместе. Ну, на, да, ты жри. А куда мне? У меня нету магии. А, не, оно просто на халяв дается, походу. Специально. Ну, там, наверное, специально будет.
Да, ну-ка. Да, у меня те два специальных, да. Посох мага, который и этот самый рыцарь смерти Бейн. Ну, выстрели на. Так, куда ее поставить-то? У меня все слоты заняты. А вот. Да. Вместо скелетона. Кстати, посох надо починить-то. Уважаемый мистер Турлан, не будьте так любезны починить мне посох. Да, уважаемый мистер Викс, мы починим вам посох. Так где ваш посох, мистер Викс? Куда вы его кинули? Вот он. Кузнечное дело. Да, бля, заебали. Кузнечное дело. Тин-тин-тин. Тебе ничего не надо починить? Пока Турлан в ударе. Ладно, пока не надо. Посмотри, я посоха попинал эти ящики. Так, дай попробую скилл. Просто заюзать. Это у меня Турлан. Че за скилл-то такой? Неверная цель. А, чисто надо наводить. Походу надо на рыцаря наводить, чтобы снимать с него неуязвимость. И сколько она жрет, интересно? 4 очка, нихуя себе. Жестко жрет. Мой суперскилл жрет сколько? 8. Ну, не сильно жестко. Я скилл выучил. Заражение, там биохазард нарисован. Заражение называется. Так, а чё у Турлана вообще одна школа? Вот, читну книжку. А, не, две школы. В этом дневнике идёт несколько записей, явно сделанных в спешке. Влад Тенебрия находится в шахтах Лакулы. Этого количества хватит на все необходимо ускорить процесс добычи. Бес оказался полезным в процессе разработки прототипа. Результат, тем не менее, оказался гораздо более опасным, тяжело поддающимся контролю, нежели ожидалось. Нужно рассмотреть возможность внедрения предохранителя. Сила без верности – ничто. Ключ ко всему – кровь, кровавый камень и жертва моей собственной жизненной энергии делает рыцарей верные мне во всем. Мне, тем не менее, опасность необходимо уменьшить. Разработал способ сделать рыцаря уязвимым, возникнет необходимость разработать достаточно заклинания и крови. Создан первый полностью функционирующий прототип. Красота полностью предан мне. Непорочные продолжат надзирать за дальнейшими производством рыцарей. Ожидаю, что вскоре армия будет готова выступать. Ну, пошли, что? Дальше-то. А че я не могу твою тёлку полечить? Ну-ка, тормозни. Можно её лечить. Цель слишком далеко. Насколько она должна стоять близко? У тебя заклинание стрелечишь воинским, оно вообще упор лечит. Ты лечи магию нормально. Ну-ка, подожди-ка. Оно далеко лечит, а воинский оно такое упор. Я понял. Все. А я думаю, что за фигня. Так, куда идем-то? Мы с пятачком. Надо убираться отсюда. А, ну это можно телепортнуться, по-моему, банально. Да не, по-моему. Не, нельзя. Нам надо еще зачистить всех рыцарей. Там стиль. Бомбануло. Бомбалейло. Бомбануло. Азаза. В склеп и в библиотеку. В склеп. Нам надо в склеп, а потом в этот предпанник. Да. Прихожие. Опа. О. Где-то вообще, слушай. Не там. Тут такая баба крылатая. Как эта статуя вообще держится? Одна нога стоит. Единственное, куда идти, вниз или вверх? Сходим вниз. Сейчас пошли. Дай сохранись. Просто мажором. Сундук еще. Давай попробуем. Сейчас кину. Ой, да. Она вот нас сохранился. Давай. О! Что ты произошло? Баба сгорела, короче. Загрузись. Да. Странно было.
Вообще даже не метеорит, ничего. Странная смерть. Сейчас такая опять хуяк. А, она сгорает. Покинь. Нам надо предыдущий загружаться. Тут походу какая-то это самая. Так, нам надо одному, наверное, заходить тогда туда. А, пизда ему. Это бах. Я схожу, заберу, ладно. Я поставлю... О, еще одна непустошимая пивная кружка. Короче, это... Лава задела плевком. Да. Нужна тебе неопустошимая пивная кружка? А нафиг она нужна. Пойдем дальше. Бля, верни мне, чувак. Кого ты скинул? Тебе, по-моему. Я хотел разделить на две. Раздели на две, одну тебе, одну. Все. Тон, последняя добавленная. Не, нет у меня. Не у Турлана часом. Не знаю, кому-то я скинул. Викс получен два предмета. Не, Викс, да. Сейчас поищу в жрачке. Блять, я хуй замечу, ну куча говна. Она кружка. Да понятно. Какие-то апельсиновый сок. Кружка. Не факт, кстати, что это еда. Неопустошимо, уникально. Да. Ну я открыл вообще все, посмотрю. Потому что не нахожу реальные. Получает предмет 2, неопустошимая кружка, да. Я получил. Вообще. Как она, блять, выглядит, скажите, пожалуйста. А, я у Турлана смотрю, блять. Все. Ну ты даешь. Бля, а не три стал. А, у меня одна, свою, наверное, скинул. А как ты разделял? Shift и свободный чек. Слушай, а я книгу не выучил, что ли, использовать? Я уже освоил... А, слушай, ее можно освоить каждому, походу. Ну-ка, лови книжку. Юзай. Да, появилась. Да, давай кидай свои тёлки, юзай и Турлана. Если книжка пошла по рукам, это уже не книжка. Использовать. Заебись вообще. Физички. Да, я поставлю тоже Турланчику. Все. О, Вася. Так, сохраняемся. Пока все нормально идет. Надо им мстю строить. Да. Здесь куда мы идем-то? А ты наверх пошел? Ну а там внизу нет. Почему? Я вот иду, смотри. Идешь. Я тут бегаю, зачищаю. О, тут телепорт в конце. Ну иди наверх, посмотри, что там есть. А телепорт куда? Возьми меня в долю. Отнеси меня к солнцу. Хранись. Посмотри, что там есть вверху. Пока. Тут тоже какие-то проходы, короче. Я посижу за тобой. Зеленый камень, он большой. О, тут же телепорт. А куда? Чекни на него. Здесь завалено. Тут тупик. Здесь завал, короче. Посмотри, куда телепорт приведет. Да. Там можно отменить, на нем будет и что. Я сейчас уже. И все сразу. Так. Поспешный выбор никогда. В библиотеку, в склеп. А, это назад, типа. Ну, так что. А у тебя вперед, что ли? Да, а у меня куда. Какому-то солнцу и еще куда-то. Ну, тип. Давай. Так, а у меня что получается?
Солдат, солдат, горящий ярко, куда пойдешь, чего увидишь? Или горе злато, выше солнца, куда пойдешь, чего увидишь? Возьми меня вдоль, отнеси меня к солнцу. Вдоль возьми его. Ладно. Идем к солнцу. Отнеси вдоль. Ну, можно попробовать. Давай попробуем вдоль, и потом загрузимся. Ради прикола. Возьми меня вдоль. Золото в пределах недостижимого. Мои пути были все сломаны, нарушены. Золото в пределах недостижимого. Не берет. Отнеси меня к солнцу. Готовьтесь греться под солнцем. Вы выиграли свою свободу. Я отправлю тебя сию же минуту. Скорее собирай свой отряд. Прощайте и благослови вас. Астарта. Оу, отсыпали опыта 9000. Так, ну чё, это где это мы? Это типа вот появился сундук. А, сундук мы уже лутали. Потому что типа они появились, эти порталы. Сейчас почитаем. Молодой орк-солдат. Вот Сильвергрен, завершение квеста. Возвращаемся в Сильвергрен, рассказываем управляющему